Ребят, есть вот такая вот собачка в парке Шевченко у нас в Харькове, в центре. Очень холёсая. Может, кто готов приютить, а? Иди сюда, красавец. Малыш, иди сюда. Холёсый такой, немножко запуганный. Вот такой вообще хороший милашка. К нашим бойцам побаиваюсь забирать, но прям очень хочется. Мы его каждую ночь встречаем, и на удивление вот этих два парня, маленько агрессорских, на кобелей, его нормально принимают. Вроде бы пока. Вот если кто-то все-таки осилит, или просто покушать принести, или все-таки приютить к себе домой. Вот видно, что будет преданный хороший дружок. Малыш, иди сюда. Дай я тебе покажу красивого, но немножко зашуганного. Вот такой красавец. В общем, возле Кристалла, в парке Шевченко, прямо вот возле Хатоба, Куленичи, и по прямой дорожке возле Кристалла, он всегда возле заборчика сидит. Малыш, иди сюда, еще раз покажу тебе. Красавчик. Ой, ты красавчик, немножко хромаем, да? Да, ты мой зайка. Холёсый, холёсый парень, не бойся, не бойся. Пошли. Пошли, мои холёсые. Пошли. Пошли. Да, скулишь, мой хороший. Очень жалко. Прям очень-очень. Сейчас мы принесем. Так, малыш, не убегай никуда. Сейчас мы тебе покушать принесем. Да, да, красавец. Хоть и с ошейником. Эти зойка. В общем, ребят, кто живет в Харькове, было бы прям очень-очень круто, если бы кто-то приютил этого красавчика. Да. Да, да. Все, пошли, пошли. Ты нас прям домой проведешь. А. Все, ребят, в общем, напишите в комментариях, если что, помогу советом или чем угодно нужно будет, если кто-то готов его при себе приютить. Все, всем пока.